говорят, очень хорошо для суставов и для кожи. Сейчас пойдем пробовать, как оно. Так все чудно. Вот так все чудно. Природа и купаться в море. Раньше я видела, была такая дорожка от него, от вулкана. И вот скользили, скользили, и можно было к морю проскользить на заднице. Ну, сейчас вот так. Ложитесь, ложитесь. А на спине еще легче. Надо где пожиже вот там. Нет. Там дальше он водички больше и там. Хорошо? Вулкан действует, видите, булькает вода. Но вылезти, говорят, нереально. Мужчина около 10 минут пытается вылезти. Так что не все так просто. О, затихло. Не, вон булькает. Ну, что получается? Море вроде бы близко, метров 300, но реально, если на вас очень много налипло грязи, вы тапки не оденете или порвутся обязательно тапки. Поэтому придется идти босиком, и это очень-очень больно. Весь дно вот такое все вот. Весь берег, весь в камнях, причем очень острых, острая ракушка. Прям совсем такая вот. Поэтому очень больно спускаться. Надо с собой брать воду, чтобы руки хотя бы ополоснуть. Ну и, конечно, нырять это так сомнительно. Полностью вымазываться, потому что вылезти очень-очень сложно. Ну и надо не забывать, что отмыть грязь тоже как бы удастся. Не за 5 минут, даже не за 10. Вот такая дорога. Ну, она немножко сбоку идет. А когда вы будете спускаться с вулкана, то, конечно, она вся в застывших комьях грязи. Поэтому очень остро, больно идти. Поэтому берите воду, чтобы можно было ополоснуть ноги и обуть шлепки. Бульки вовсю идут. Острая дорога. Босиком очень-очень больно. Ну, вообще, на территории здесь несколько вот таких вот булькающих маленьких мини-вулканчиков. Поэтому не стоит там лезть в эту грязюку. Ну, один раз для ощущения. А потом спокойно можно помазаться вот здесь, брать. Потому что оно все живое, вон оно двигается. Сейчас вот никто не тревожит, и видно, как хорошо он
булькает. Подошли, закрыли. Видите? Вылезти очень сложно. Так что, если у вас мало сил, не знаю, надо, чтобы с вами кто-то был, кто вас вытянет. Как добраться до грязевого вулкана? Это вторая линия, как бы улица Приморская. Если стоять лицом к морю, то нужно ехать налево, прямо. Там закончится асфальт, потом начнется грунтовая дорога. И ехать. И около 3,5-4 километров. И вы увидите небольшое разветвление, и там вот такой как маленький овражек, и во овражке там будет озеро, никуда не сворачивая, прямо. Ой, смотрите, возле гейзера или вулкана вот такая большая площадка. Вот там, когда намажете спускаться, вот здесь вот по дорожке берите правее, потому что если вы пойдете левее, то там очень крутой обрыв. Кстати, вот на этом пятачке вы найдете большой кусок голубой глины. Ее можно для лица отлично набрать и мазаться, сколько угодно маски делать. Вот, подняться можно, если вы молодой. Ну, не буду говорить возраст. Можно вот здесь, но здесь очень крутой, ну, крутой подъем, но зато тут сделаны как бы ступенечки. А если вы пойдете чуть-чуть как бы правее, более пологий, не до конца доходя вокруг обратно к озеру, а здесь вот можно подняться по этому бугорку. Вот, и последняя такая интересная новость, не знаю, правда нет, экскурсовод